Поехали на рыбалку на таком транспорте. Угу. Ловить ставритку. Ок, да. Реактор от Анберга. Рыбалка пошла. Вот такая ставриточка. Так, вёдра платные, ребят. По два штуки. Так, у меня получается рыбалка. Скам на дно. Поднимаем. Все там же сидят у меня. На зайке. Ставритки. Поймал окуня. Две ставритки. Главное, чтобы этот, если увидишь черную корону, не хватайся. Да, рука, это мозг. Да. Скорпен поймал, чувачок. Она на скорую, думала, на ставритку залетела. Поднимай ее, Влад. Поднимай. Где взять это ведерко? 5-литровая бодейка под этим стоит. Это скорпена. Мне тогда на палец упало, пиздец, скоро, бля, болело.
да. Ну, у меня была вот наподобие. Да, и вот. Да. Ну, слушай, чтобы она вся такая была, вообще цены ей не было. А мы будем взять одну на три. Ну, я вытащил, да? Водила прям пиздец, как. Ого, прет, поперло. А ты куда пошел, блядь? Стой, блядь. Моя удочка. Да нет, это зацеп. Какой зацеп это на? Просто тащит в течение. О, у меня такая же хуйня, ну зацеп. Да, вот остается поджаренная. Это коконек. Ставритка тоже, да? Да. Они большие, у меня на три маленьких. Для фото, да? Для жарки, да. Тоже неплохо, например. Ну, ведерка на толпу, а они ведерка. Пять штук. Самая хреновая черепаха. Она голову берет. Ну, чайку прикормили. Это уже ставить пасы. Здесь тусится. Давай дадим ей. Понятно. Ну что, она прикормила здесь уже? Да. А вот как раз. Давай, ну кидай. Эй, кубуешь? Ой. Да ладно. О, второй прилетел. Вторая прилетела, говорит, да, пока ты ебом щелкаешь, я съем. Смотри, она еще на нее надеется. Получше, по 40. Какая разница, ты ее почистил. Ебать, если будет ставочка, целочка, ебать. Хороший. Сейчас, братуха, ты должен для марлина поймать, я отвечаю. Ну, камбалу, блядь. Ну, я колканом, да? А ты что? А где этот грузик, да? А грузик? Сейчас. Все. Закончили рыбалку. Поехали домой. Я поехал, не вызываю. Thank you.
Ты куда мне нужно? Нахуй нам нужно? Я в отеле же. Питание бесплатное. Вот на этом чудном корабле мы сегодня ходили в море. Нормально.